Приветствую вас. Смотрю, эксперты достаточно хорошо, полно ответили вам на вопрос ваш. И, в принципе, каждый из них дал, ну, такую полную характеристику вашей проблемы, каждый исходя из своих взглядов. Кто-то говорит, что у вас это из-за отсутствия любви. Кто-то говорит, что вы ну, должны пройти обследование у врача, и это, наверное, ну, не будет лишним для вас в любом случае. То есть, как бы никогда не бывает лишнее обследоваться у врача, только, наверное, в клинику стоит подобрать такую, где вы бы были уверены в результате, и, наверное, это все-таки клиника платная, я так думаю. Вот. Но что я вижу со своей стороны? Что я вижу вот со своей стороны, как мне это кажется? Смотрите. Серьезных травм психологических на почве секса у вас нет. Об этом вы сказали сами, я думаю, что вряд ли это не так. Сексуальное желание, как вы тоже сказали, у вас тоже есть. То есть оно не утрачено совсем, оно не утрачено полностью, оно есть. Вы также сказали о том, что оно исчезает, пропадает, это сексуальное желание, тогда, когда вы чувствуете со стороны мужчины в себе только чисто сексуальное желание и не более того. То есть, по сути, речь идет об отсутствии эмоциональной и духовной близости, что вас, собственно говоря, как бы нервирует, что вам не нравится, что вас напрягает, как я понял. Соответственно, это первый момент. То есть для того, чтобы вы испытывали удовольствие от интимных отношений, вам нужна духовная близость. Надо сказать, что подобное требование является хорошим, подобное требование является правильным, подобное требование является, ну, собственно говоря, довольно-таки имеющим право на жизнь, скажем так. То есть в нем самом ничего плохого нет, и вы, вообще-то говоря, находитесь на правильном пути. Но насколько для вас важна вот эта вот эмоциональная близость, насколько много значения вы ей придаете при взаимодействии с мужчинами? Вот вы пишете, значит, секс само по себе, внимание такого плана становится мне, для меня неприятным. То есть нужно определить степень этой эмоциональной близости. Если у вас в ней есть потребность больше, чем из себя представляет норма, а норма — это стандартные отношения между мужчинами и женщинами, между мужчинами и женщинами, то есть когда мужчина находится в спокойном, позитивном состоянии, женщина находится в спокойном, позитивном состоянии, между ними нет явных проблем, таких острых проблем, но при этом присутствуют объективные разногласия, исходя из ну, разности взрослых людей. То есть важно в этом разобраться, что для вас есть эмоциональная близость. Что вы под ней понимаете, что вы вкладываете в это значение? Потому что от того, что это для вас,
и от значимости ее. Ну, скорее всего, зависят ваши отношения с мужчинами вообще. Дальше. Следующий момент. Вы пишете о том, что у вас есть подозрение, что причина из детства, где ваша мама и бабушка также не имели единых отношений, соответственно, с вашим дедом и отцом. И их установки, их убеждения повлияли на вас. То есть, что мужчин следует опасаться. Кстати, почему? Что обнаженное мужское тело выглядит неэстетично, пишете вы. Тоже, кстати говоря, почему? И что сексуальные отношения это нехорошо. Тоже, кстати говоря, почему? А видите ли, очень может быть, что ваша бабушка и мама из-за такого отношения к мужскому телу и к мужчинам в принципе, может быть, они имели, ну, скажем так, конфликт на почве сексуальной ориентации, например. Такое бывает. То есть и ваша мама, и ваша бабушка, они жили в Советском Союзе, там свободы было мало, меньше, чем сейчас, и как бы, ну, волей-неволей заставляли, иногда прямо заставляли вступать в отношения, традиционные отношения, и если человек не хотел, то его никто не слушал, а то и принимали больными и отправляли там психические лечебницы. Вот. Соответственно, ваша мама и бабушка, может быть, имели дело с подавленными желаниями, и это повлияло на их восприятие мужчин. Но в любом случае, вам нужно вот эти моменты для себя проработать. То есть глубинно, подробно, обстоятельно подумать, почему вам так неприятны сами сексуальные отношения. Ведь люди и нравы современного мира таковы, что очень часто бывают только сексуальные отношения без интимной близости. Далее. Постараться для себя воссоздать, определить точку зрения ваших мамы и бабушки, чтобы как бы мысленно, если нет возможности поговорить с ним, и чтобы мысленно провести с ними диалог, естественно, с помощью психолога, и постараться понять, чем продиктована их такая позиция. А вполне возможно, что они своим поведением внушили вам неприятие мужчин. И, собственно говоря, это в первую очередь нужно прорабатывать. Далее вы пишете о том, что, значит, у вас имеется сексуальное желание. То есть оно у вас не утрачено. Но как оно проявляется? Что именно вас привлекает в сексу? Говорили ли вы когда-нибудь своему мужу о том, чего вы хотели бы, что вам нравилось бы? Рассказывали ли вы, говорили ли вы с ним в постели? Говорили ли вы вообще со своими мужчинами в постели? Говорить в постели это сразу не стоит понимать буквально. Речь идет об обсуждении сексуальных отношений в принципе. И в сексе важно разговаривать. Если вы этого не делали, то, соответственно, почему? А мужчина не телепат. И очень часто желания своей женщины он не понимает.
И тогда женщине нужно ему сказать, чего она хочет и как она хочет. Это тоже совершенно нормально. Другое дело, поступали ли вы так? Если да, насколько это было эффективно, прислушивался ли к вам ваш мужчина или нет? Если нет, если вы так не поступали, то почему и, соответственно, что вам мешало? И вот, пожалуй, такие направления работы с вами и можно определить. И тогда, отвечая на ваш вопрос, что может помочь в моей ситуации, помимо обращения к сексологу, вот можно резюмировать, что вот в дополнение к тому, что написала вам эксперт Лидия, учитывать то, что сказал вам я. И тогда проблема будет решаться с нескольких сторон, с нескольких подходов, что и поможет вам исключить или устранить причины вашего такого вот поведения, причины вашего отношения к тому, что происходит. Не стоит ждать быстрых результатов, потому что вы жили так очень долгую жизнь, большую часть своей жизни, всю свою жизнь, и даже работа с сексологом вполне вероятно предполагает длительное занятие неоднократно с ним. То есть момент здесь такой, что вы ожидаете от работы и на что вы сами готовы ради того, чтобы что-то в себе поменять. Вынужден вам заметить здесь, что если вы рассчитываете, что благодаря совершению ряда действий у вас просто появится желание, что вы, к сожалению, ошибаетесь. Нужна еще и ваша работа, нужно ваше стремление изменить что-то в себе, и вот тогда у вас есть шанс сохранить свой брак, может быть, или сделать следующие отношения с мужчинами, уже выстраивать полноценно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.